Здравствуйте, дорогие друзья! С вами фирма Нажияр. Последний день выставки. Воскресенье. Вот раздали дипломы. Что мы имеем? Ну, во-первых, мы на дипломы сдавали 4 ножа. 2 на рез, 2 на кухню. Один у нас пролетел по кухне и оказался не очень удобным. Но что мы имеем по резу? Мы имеем первое место, это EDC. Это вот отдавали, ну тоже из VG10, только с другой микартой. То есть все это из одной серии было. Тот уже купили, просто вот показываем вот этот вот. А Якутию тут уже купили, который мы отдавали. Да, то есть тоже первое место. Это у нас серийные производства, все серийники, в общем. Вот, да, то есть номинация национальный нож. А это кухня, это вот именно вот этот нож, который занял у нас второе место, это коренной нож малый, вяхерь малый, вот он. Это вот прямо вот он занял. Так что вот,